модернизме. Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здраволюд. С вами АФ Студия и Алексей Соловьев. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас необычная премьера. Железная дорога вторгается на просторы Ютуба. Да не просто, а еще и в виде нормального товарного вагона. Кто-то, если здесь прочитал НТВ и подумал, что это телеканал, вы ошибаетесь. НТВ расшифровывается как нормальный товарный вагон. Кстати, может быть, канал так расшифровывается, я не знаю. Пишите в комментариях ваши предположения. Итак, переходим непосредственно к рассказу о том, что это такое. Итак, нормальные товарные вагоны, такое понятие возникло еще в 19 веке. Этот вагон был построен, его прототип, не именно этот, о котором мы говорим, в 1875 году в Ковровских мастерских и был принят как товарный вагон государственных железных дорог. На тот период они были только такими в Российской империи и предназначался для перевозки различных грузов, а кроме того, на базе этих вагонов могли формироваться различные санитарные, даже были походные церкви, собственно, товарные вагоны. И до 1930 года в СССР эти вагоны производились. Кроме того, эти вагоны оставались долгое время еще в строю, и именно на этих вагонах прошли несколько войн в нашей стране. Это и русско-турецкие войны, и русско-японская война, и Первая мировая, и гражданская, и Великая Отечественная война, последняя, на которой эти вагоны использовались. Уникальность этих вагонов была в том, что при простом переоборудовании внутреннего пространства вагона он превращался очень легко из товарного вагона в вагон, который может перевозить как личный состав, так и лошадей. Ну, например, он мог перевозить либо 8 лошадей, либо 40 человек, либо 20 человек, но уже 4 лошади. Различные писатели, поэты наши, зарубежные, иногда воспевали этот такой очень уютный, компактный, маленький вагончик. Почитайте «Похождение бравого солдата Швейка», там есть строки о вагоне «Теплушки», как его еще иногда называли. Ну и у других авторов это тоже можно встретить, Джани Родари, Марина Цветаева. Посмотрите, не поленитесь, это всегда очень интересно. Встречается что-то и такое историческое, что имело место быть. Почему теплушка? Потому что этот вагон мог быть оборудован еще и печкой-буржуйкой, так называемой. Ставилась она, как правило, по центру вагона. Назначался по очереди истопники, которые следили за поддержанием тепла. Печка-буржуйка такова, что ее нельзя, как русскую печь, натопить и ложиться спать спокойно, дом будет теплым. Нет, эту печку нужно постоянно держать и поддерживать в ней огонь, потому как туда надо подкидывать дрова, либо уголь, иногда даже торф. С этими вагонами связаны, наверное, очень такие теплые воспоминания у наших людей, потому что на таких вагонах возвращались с победой, с войны в 1945 году в Москву, поезд победителей знаменитый. Кому, кстати, интересна эта тема, почитайте, посмотрите, есть много информации. Вот в таких вагонах ехал личный состав, на каждых станциях их встречали, они были украшены цветами, различными надписями, мы из Берлина и так далее. Все это было очень здорово. Но эти же вагоны войну и начинали. Поэтому это уникальная вещь в том плане, что, наверное, наряду с моделями самолетов, танков и прочих образцов вооружения, можно иметь, пожалуй, наверное, и такую достаточно как бы мирную, незащищенную конструкцию, но эта конструкция вынесла на себе всю тяжесть войны, всю тяжесть, потому что именно на этих вагонах шла эвакуация, переброска войск, вывоз материальных ценностей и имущества, именно эти вагоны НТВ все это вытерпели и вывезли на себе. Даже очень прагматичные немцы эти вагоны не уничтожали, а брали и использовали у себя не только на территории нашей страны, на тех областях, которые они оккупировали, но и Deutsche Reichsbahn использовал эти вагоны. Один из вариантов окраски в данной модели это предлагает сделать. Коробка компании Миниарт по традиции представлена очень красочным боксартом. Владимир Бут – гениальный художник, не устану это повторять никогда, он большой молодец. И такой боксарт, ну, он просто настолько радует, уже настолько впечатляет, что хочется очень сразу эту модель взять в руки и немедленно приступить к ее сборке. А теперь давайте посмотрим, что нас ждет внутри и какие детали туда положил производитель. Да, Лёш, давай еще скажем, что данная модель официально нам представлена фирмой Миниарт.
да. Итак, по традиции у этого производителя инструкция, ее обложка сделана на мелованной бумаге и две скрепочки, которые делают ее в виде такого небольшого журнальчика, брошюрки. Сразу можем видеть с вами один из два варианта предлагаемой окраски из остальных, которые будут далее. Вот у нас тут есть, собственно говоря, товарный вагон. Можем видеть с вами, что для перевозки зерна он предназначается, тара 18 тонн. Год изготовления, год капитальных ремонтов, приписка, все это здесь имеет свое нужное обозначение, как по корпусу самого вагона, так и на раме. Здесь мы можем видеть с вами уже в зимнем варианте, то есть наносилась некоторая такая окраска маскировочная, как и на танке, чтобы можно было как-то, более-менее эти поезда спасать от бомбежек, потому что вы понимаете, что, естественно, противник будет стараться нанести удар по тылам, где перемещаются важные и необходимые грузы, а эти вагоны брони никакой не имеют. На следующем листе идет раскладка литниковых рамок. Можно наблюдать все детали, которые здесь представлены. Кстати, рельсовое полотно входит в набор. То есть, если кто-то из вас подумал, что придется покупать еще и рельсы, нет, производитель любезно кладет их в этот набор, что очень и очень хорошо. Конечно, небольшой участок, но он позволяет вам разместить на нем вагон и демонстрировать его всем желающим. Итак, начинается сборка. Вагоны как тогда, так и сейчас имеют до сих пор рамную конструкцию, потому как она является наиболее прочной и жесткой конструкцией. Конечно же, не делают несущие кузова. Вес все-таки не тот. Здесь очень большие веса, такие примерно как у танков. Этот, например, весит всего 18 тонн. Казалось бы, для железной дороги это не самый большой, не самая большая масса. Но на самом деле очень внушительная и серьезная. Сборка колесных пар. Можно, кстати говоря, эти элементы пытаться заменить на металл, но делать этого я бы не стал, потому что есть много средств, которые позволяют накрасить именно ту часть, которая соприкасается с рельсами. Это не проблема. Сборка очень простая, все наглядно. Вы видите, что конструкция будет сделана жестко. Здесь, кстати, по традиции Миниард делает все как у настоящего вагона. То есть в плане аутентичности деталей и соответствия историческому прототипу здесь все на высшем уровне. Благо, эти вагоны еще есть в музеях, и в Москве можно их сходить на них посмотреть, в музей железнодорожного транспорта, который находится на Рижском вокзале. Пожалуйста, там все это представлено, вы можете посмотреть. Не знаю, как полазить, но посмотреть точно можно. Продолжается сборка рамы. Видите, что она имеет такую интересную конструкцию, X-образную, то есть хребет обязательно, хребтовая балка ложится для того, чтобы прочность, вы сами понимаете, все-таки 8 лошадей и 40 человек. Это очень серьезный вес, очень большая нагрузка. Установка колесных пар, собственно говоря, рессоры листовые, которые их поддерживают. И здесь мы уже переходим непосредственно к сборке полотна, то есть которым обшивается пол, пол дощатый, вагон полностью деревянный, кроме его рамы. Значит, тут все очень просто, прекрасно проработана фактура древесины, мы ее потом покажем в деталях. Вагон не имеет ничего внутри, то есть нары для перевозки личного состава здесь не предусмотрены. Он идет больше в комплектации, как именно товарный вагон для перевозки каких-либо грузов. Если вы хотите сделать его для перевозки лошадей, либо для перевозки личного состава, вы уже самостоятельно, материалов масса, можете все это изготовить. Достаточно просто обычного листового пластика, и, конечно, пластика квадратного сечения. Благо, все это можно приобрести сейчас без проблем и сделать очень красивый вариант. Переходим уже, мы здесь, вы можете видеть, сборка крыши начинается, то есть здесь торцевые стенки закончили собирать, сами сдвижные двери, ее можно, кстати, будет сделать в открытом, полуоткрытом положении, то есть как угодно, чтобы просматривалась внутренняя часть. И вот начинается сборка крыши, все как у настоящего вагона, еще раз повторю, то есть все поперечины даются, все как оно было в жизни, что на самом деле очень здорово, никаких упрощений здесь нету. Сама по себе, судя по инструкции, модель абсолютно нетрудная, то есть никаких-то очень таких тяжелых вещей я здесь не наблюдаю. Все достаточно просто и проблем никаких вызывать не будет. Демпферные устройства, то есть которые при ударах или при поворотах, они гасят ударные воздействия на сам вагон. Естественно, когда их пускают в сортировочный горок и так далее, они же сталкиваются. То есть так формируют составы, в общем-то, и тогда делали точно так же. Идет сборка рельсового полотна. Вам останется только подготовить под него площадку.
Леш, костыли забивать не будем? Они уже забиты, костыли здесь уже забиты сразу, остается только установить рельсы, скрепить их, то есть у вас получается один стык, и подготовить здесь насыпь. То есть в тот период времени это, как правило, земляная насыпь, щебень встречалась крайне редко и очень далеко не везде, поэтому будет достаточно подготовить хорошую такую, благо есть очень много хороших текстурных паст, можно будет сделать насыпь прекрасно, даже какую-то растительность высадить, чтобы смотрелось это очень так красиво и живописно. Ну и, конечно, производитель вам предлагает в тему к этому вагону все то, что вам поможет украсить прекрасно вашу. Вероятно, нам намекают, что будут и паровозы, потому что я вижу колонку для заправки водой, а это говорит о том, что будет паровоз. Паровоз от Миниарта вообще ждут уже давно, многие об этом говорят, я думаю, что это произойдет, и это будет очень здорово. Ну а кроме того, есть фонари, есть сигнальные семафоры, есть вот такие замечательные мосты над железной дорогой для того, чтобы переходить, есть тупик прекрасный, и есть просто еще рельсовое полотно, то есть вы можете сделать... несколько вагонов, пожалуйста, собрать целый состав. Однажды мы увидим паровоз от Миниарты, будет такой очень интересный военный состав, а может быть и гражданский. Далее еще идут варианты окраски. Здесь мы можем видеть с вами захваченный немцами. Он имеет все советские обозначения полностью. Сохранившиеся немцы не стали их закрашивать, но дополнили только надписью «Вермахт». Вот она здесь хорошо очень видна. В вагоне, я забыл сказать, всего два окошечка, собственно говоря, через них приходилось и дышать в летнее время, но зимой их закрывали, потому как, чтобы не выходило тепло. Конечно, условия проезда в этом вагоне были никакие, он не предназначался для перевозки людей, он был товарным, и об этом здесь никто, ну, не задумывался. И, конечно, говорить о каком-то комфорте не приходилось в тех условиях, которые существовали в период различных войн, когда этот вагон колесил назад-вперед и перевозил людей и даже животных. И вот тут мы можем с вами видеть немецкий вариант. Вот Deutsche Reichsbahn с белой полосой, уже перекрашенные, естественно, в немецкие какие-то железнодорожные цвета. Само собой, если вы приступаете к покраске, то здесь есть прекрасная палитра, что вам могут предложить. Но надо помнить, что советские вагоны могли быть коричневого цвета, могли быть зеленого цвета. То есть, как бы голубых каких-то вагонов, красных, их товарными не делали. То есть, так товарные вагоны не красили. Поэтому цвета лучше всего подбирать, наверное, сообразуясь с реальными образцами. Вот я очень рекомендую посетить железнодорожный музей. Хотя там и перекрашенные вагоны, но все-таки они стараются соблюдать железнодорожники те цвета, которые были, особенно на таких очень редких образцах. А здесь у нас идет вагоны состава бронепоезда, не установленного, к сожалению. Ну, о том, что это из бронепоезда, нам говорит вот этот характерный камуфляж. Бронепоезда очень часто имели камуфляжную окраску, и поэтому, конечно, вагон маркировался точно так же. Ну, и вот здесь мы можем с вами видеть вот такой вот тоже вариант окраса, то есть просто коричневый вагончик. Как закрашенными знаками, да? Ну, здесь уже, да, закрашенные опознавательные обозначения для того, чтобы не перепутать. Так что вот таким вот образом это сделано. Теперь давайте посмотрим, какие у нас в комплекте идут детали. Их достаточно много. Как всегда, они идут блоками. Я сразу буду показывать их в таком формате. То есть, это рельсовое полотно. Здесь у нас представлены сами рельсы, идут шпалы. Обратите внимание на проработку фактуры древесины. Вот именно такие трещины характерны для старых рассохшихся деревянных шпал. Вы помните прекрасно, что шпалы всегда пропитывают криазотом. Он имеет такой специфический запах. Мне вот, кстати, очень нравится, такой приятный. Но дышать им длительное время очень вредно. Поэтому воспроизвести именно шпалы, которые... можно в два вида. Очень свежие, они будут практически черные, когда их нам обмазывают криазотом. А если они уже длительное время находятся в эксплуатации, то они становятся уже такого коричневатого, иногда даже охристого цвета. То есть выгорает это все на солнце, уже впиталось хорошо в дерево, дерево рассыхается. И вот в таком вот виде можно все будет это красиво оформить. Беговая поверхность, так называемая беговая дорожка по рельсам, она всегда имеет накат, если есть движение по путям, поэтому его надо красить даже лучше хромом.
Собственно говоря, саму боковую часть рельса, она покрывается и ржавеет, и, конечно же, покрывается слоем пыли, грязи и всего, что летит вокруг и находится. То есть, ну, ездите, кто ездит по железной дороге, обратите внимание, как выглядят рельсы, и вам, собственно, все сразу станет понятно. Это очень удобно делать по живым, настоящим, реальным образцам. Вот такие крупные фрагменты здесь у нас идет. И обратите внимание, что проработка и с внутренней стороны крыши есть. То есть производитель и ее воспроизвел, чтобы не было такого, что он там не видно, и пусть оно будет как угодно. Нет, все сделано так, как оно должно быть. Элементы всех поперечен, полностью все сделано очень тонко, красиво и аккуратно. Давайте я переверну, покажу с обратной стороны крышу. Как черепица прям такая, листовая точнее, вот эта крыша, очень здорово выглядит, прям как на настоящем жилом доме. Ну и на настоящем вагоне, то есть вот обратите внимание на габарит, он достаточно небольшой, это половинка, да, но тем не менее, ширину вагона вы уже можете себе представить, он достаточно такой крупный по сравнению там, с танком, допустим, но в реальной жизни он был ведь не очень большим, этот вагон. Кстати, в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, по-моему, в составе паровоза, там есть паровоз и состав, там, по-моему, стоит как раз вагон НТВ, там тоже можно его посмотреть. Таких литников в комплекте очень много, ну, очень много, это, конечно, наверное, я слишком сильно сказал, но вот в таком количестве они представлены, это как раз вот все литники, которые нам позволяют собрать, так скажем, корпус вагона, то есть его непосредственно вот эту товарную часть, крыша, все стены, сдвижные двери и все элементы конструкции, которые удерживают это все. Кроме того, тут же есть и детали частично рамы. Вот вы можете видеть, насколько она тонко пролита. Этот лонжерон имеет все абсолютно отверстия, все гайки, на которых закручивалось, все то, что к нему крепится. Это очень здорово. И производитель Миниарт в очередной раз нас этим порадовал. Это очень хорошо. Ну и в тему, опять же, самого вагона. Вот давайте сразу покажу еще оставшиеся детали. Это как раз вот двери у нас, которые сдвигаются. Они все лишь имеют фактуру дерева, да? Абсолютно. Фактура древесины, я думаю, очень хорошо видна на видео. Кто-то, может быть, скажет, что в таком масштабе не видно фактуры древесины. Я соглашусь с этим утверждением, но хочу сказать, что все-таки мы делаем модели, и нам надо некоторый драматизм создать при оформлении работы. Поэтому, конечно, нам будет очень это помогать, когда мы будем делать какие-то сколы, задиры, обдиры, может быть, какой-то показать элементы перекрасок этого вагона. Это будет выглядеть очень здорово. И поливочка хорошо. Конечно. Да? А когда это просто будет плоская деталь, то ощущения будут совершенно уже не те. Теперь давайте посмотрим дальше. У нас уже идут более такие мелкие фрагменты, но от этого не менее важные. А вот у нас те самые колесные пары, то есть вот колесо вагона, вот эта часть, которая выступает, реборда, очень сделана копийно, то есть она не огромная, как вот такая выступающая, она чуть-чуть выступает, как и было у настоящих вагонов. Вот у нас эти детали, их 4 в комплекте идет, естественно. Дальше идут детали с демпферным устройством, мы вам уже показывали его в инструкции, оно вот здесь собирается. Ну и, конечно же, стремянки, которыми крепятся элементы конструкции рамы нашего замечательного и очень красивого вагончика. По-другому даже его и не назовешь. Он такой милый и маленький, что кроме как вагончиком его почему-то называть не хочется. Даже вот этим словом НТВ его называть не хочется. Вот эти вот поперечины идут у нас, это тоже детали самого корпуса вагона, то есть это то, что у нас идет под крышей, набиваются эти доски. Вот. Так что вы можете видеть качество на высочайшем уровне. Производитель очень старается. Я напомню, что пластик уже совсем давно не хрупкий, как это было когда-то. Он очень хорошо обрабатывается и прекрасно стыкуется. Эта модель не для новичка. Это модель, которая требует тщательного подхода. Миниарт – это серьезная фирма, которая делает модели для моделистов. И это не
совсем широкий круг в общепринятом понимании. Это именно те, кто профессионально готовы этим заниматься, люди, которые ценят и любят детали, любят именно изящность и готовы с этим работать. То есть имеют хорошие инструменты, хорошие навыки. Это, конечно, не для новичков, это уже для продвинутого уровня, которые способны сделать шедевральную работу. Бокс-арт замечательный, возвращаясь опять к нему, вам всегда в помощь при окраске и везеринга этого вагона. Ну и в сети масса различных фотографий, которые вам помогут в этом вопросе. И, конечно же, вы сможете сделать свою уникальную красивую модель. Набор фототравления, который входит сюда, такая небольшая плата травления. Она, как всегда, упакована вот в такой замечательный конверт картонный. То есть производитель бережно относится к тому, чтобы детали сохранялись, и вы могли получать удовольствие от процесса сборки. И замечательная декаль. Вот так много таких надписей, напоминает техничку у самолетов, но на самом деле оно так и должно быть. Кстати говоря, вы можете дополнять свой вагон различными надписями, которые выполнялись мелом. Для этого можно использовать акварельный карандаш белого цвета и нанести те надписи, которые выполнялись на станциях и так далее и тому подобное. То есть тема на самом деле очень интересная, очень такая массовая, скажем, в том плане, что этот вагон был массовым. То есть это наряду с танком Т-34, самолетом Ла-5, самолетом Ил-2, точнее, да, самый известный, то, что на слуху. И товарный вагон НТВ, это тоже один из символов победы. Конечно, его нужно обязательно собирать, его нужно делать красиво, его нужно делать жизненно, таким, каким он был в реальности. Ну что, друзья, еще раз напомним, что модель представлена нам компанией Mini Art. А с вами была АФ Студия, Алексей Соловьев и такой замечательный вагон НТВ. Всем пока!